Сейчас посмотрим, что будет. Мне сказали, что вкусно, не нормально. Спасибо. Берете подносик и как вот обычно ребенка с бонусом и крути и покупать такие заприкалочки такая. Можно и яичницу, сырнички. Сейчас чутка будет у меня пройдет желудка. Эти блинчики. Чайбрики халы. Вот для рода пашки. Десерт какой-нибудь будет? Ну, в самом начале. И компот. И все, вот так это все выглядит. И симпатичный диванчик. Так что все, идем по льду. Я потом расскажу, как оно было. Вкусно, я думаю, очень. Слушайте, ну мне сказали, я поздно пришла, уже дело к закрытию, поэтому остатки сладкие. Значит, смотрите, что я накупила. Вот картошка по-домашнему с зразом, с каким-то свиноговяжьим. Ну, соответственно, салат с выпонкой, томатный сок, суп рисовый, кисель, наполеончик. Сладко-вкусный, и с собой взяла две запеканки и вот такую баночку свекольного салатика. И все эта красота, вся это вместе взятой, обошлось всего-навсего 900 рублей, то есть это 9 долларов. Слушайте, ну мне сказали, я поздно пришла, уже дело к закрытию, поэтому остатки сладкие. Значит, смотрите, что я накупила. Вот картошка по-домашнему с зразом, с каким-то свиноговяжьим, ну, соответственно, салат с выпонкой, томатный сок, суп рисовый, кисель, наполеончик, сладко-вкусный, и с собой взяла две запеканки и вот такую баночку свекольного салатика. И все эта красота, вся это вместе взятой, обошлось всего-навсего 900 рублей, то есть это 9 долларов.